Друзья, привет! У меня для вас супер-пупер новость. Мы купили пресс. Как вы помните, нам нужно было 310 тысяч рублей, которые мы очень-очень долго собирали, больше полугода. И мы собрали половину, отправили аванс, но потом стало понятно, что вторую часть мы что-то никак не осиливаем. Вот. И тут, как говорится, вмешался случай. Один из покупателей вторсырья сказал, что у него есть пресс, который они нам могут продать за 220 тысяч рублей. И мы договорились на то, что мы оплачиваем те деньги, которые мы уже собрали, это 170 тысяч рублей, а оставшуюся часть в 50 тысяч рублей мы отдадим вторичным сырьем. Так что приходите в ЭКО-центр, сдавайте вторичное сырье, и я надеюсь, в ближайшее время мы погасим долг по прессу, но самое главное, что скоро он у нас уже будет.